Животных необходимо содержать в закрытых помещениях, чтобы исключить их контакт с дикими носителями вирусов. В хозяйстве должны соблюдаться элементарные правила гигиены. Последний случай птичьего гриппа зафиксировали в начале этого года. В Темрюкском районе умерли около 50 лебедей. В этом году в Южном федеральном округе африканской чумы свиней не выявлено. В Анапском районе ситуацию можно считать благополучной. Налажена совместная работа ветеринарной службы и местной власти. Мы очень тесный контакт имеем с главами сельских кругов, и они нас сегодня, понимают в достаточной мере, потому что чувствуют очень серьезность ответственности и очень серьезность ситуации, положения в отношении этих заболеваний.